think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте Сани, и у нас сегодня роллинг созвездий, открытие кучи плюх, и, возможно, мы вытащим недостающего героя. Последнее время очень много у ребят появилось донатных героев и возможностей получить недостающих имба-героев. Ну, мы все прекрасно знаем, что это случилось на русском сервере. На некоторых серваках тоже бывают такие траблы, но на русском вообще просто как бы мне забили хрен. И акция должна была закончиться сегодня еще утром. Она до сих пор есть, она до сих пор идет. И я надеюсь, вы воспользовались моментом. Как бы там ни петушились некоторые, вот вас там забанят, осторожно там и прочее. Это не ваш втык, и по сути это халатность русских локализаторов, я считаю. Поэтому вы тратите, вы играете, в чем проблема? У них была возможность отключить эту акцию давным-давно, но они этого не сделали. Ну, в общем, то такое. Кому надо, тот зафармит, кто нет, будет сидеть и ныть. Как все плохо. В общем, поехали. У нас донатный аккаунт, насколько я вижу, и довольно-таки доната не так уж и много. Донат Сани, так. Саня дал нам этот аккаунт. Ну, в принципе, неплохо. Смотрите, Мэри только нет. Странно, мастер-рун, Мэри. И разрухи. Разруха за 320к доната. Так все герои в основном есть. Неплохо. А что по Мэри у него делается? Немножко не туда зашел. Так, мастер рун почти собран. Лис. Барт. Мэри вообще не собран. Странно. Странно. Эти герои все есть, а Мэри нету. В общем, у нас открытие вот таких вот плюх, дофигища сундуков. Странно, что у него осколков нету. Я что-то не могу понять. То ли он не фармит, то ли чё. Да, нету этого всего. Очень странно. Как раз, наверное, тот же трабл, что и у всех, хотя герои у него хорошие. В принципе, сейчас посмотрим на сборки, какие сборки, но, наверное, не может просто зафармить. Так, это у нас все на открытие пойдет, карточки. Блин, может выпадет мастер-рун, было бы, конечно, прикольненько, это можно открывать. Так, мы будем тратить самики сейчас на роллинг созвездий на прайке. Не, ну тут вроде все good, все как положено. Скинов, правда, нету, но истинная вера такое себе. Десятая ожила, ну здесь в принципе это терпимо. Ну, сборки отличные у героев, очень даже ничего. Странно, что здесь каменка, конечно, десятая. Минорылис ремочный. Такс, ну это пошли уже дальше такие герои. Поехали посмотрим. Нам задача наролить уклонение. Посмотрим, как оно пойдет сейчас. И пооткрывать плюшки. Да, печальненько падает. А
это русский сервер, чему тут удивляться, четверка. Ну, я даже не буду пока ее оставлять, потому что 5 созвездий все-таки. Трэш, блядь. Ребята писали некоторые, о, наконец-то, что не могут даже забрать акции на русском сервере. Странно очень. Ну, скорее всего, что на выходных, если происходит трабл, это нереально просто исправить. Я не знаю, почему так. Я думаю, что техподдержка должна работать круглосуточно. Могли хотя бы просто тупо отключить акции, я не знаю. Раньше всегда так было. Сейчас я смотрю, вообще забили хрен. Видимо, мало донатили. Они решили делать новый контент на рекламе. Так, ну я понимаю, что четверки это, конечно, круто. Давайте пятерки нам. Это все супер, но это все не то. Так, отлично. Тун-тун-тун-тун. Мы ролим уклонение. Еще как минимум 2 нам надо. 2/5. Ну вот я вчера, сегодня выложил видос опасного зайца. Там, в принципе, по уклонам довольно-таки неплохо упало. Но, опять же, проблема. Кучу самоцветов слили. Ой, хорош. А в итоге... Люхи забрать, я не знаю, забрал он, не забрал. Реально сложно. Это реально проблема. Все сейчас жмакают эту акцию, потому что, ну вот, это реально халява для всех. Так, ну... Просто писец. Крит. Оу, ес! Ну чё, отлично, ещё 4000 самоцветов даже оставили. Я считаю, дальше нету смысла. Пятёрочка, ой, вообще огонь. Хорош. Тут что у нас? Это Мишаня, Скиталец, Дуэлянт. Что по оккультисту? Ой, оккультиста вообще надо перероливать. Странно, что его не качаешь. Герой обалденный. Может получится у нас еще здесь затащить. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Отлично. Четверка. Ну, можно пока ставить. Сейчас попробуем эти рольнуть. Не. Ну, пока пусть будет так. Окей. С этим мы разобрались. Ну, сокровищницу остальное я забирать не буду. Поехали дальше открывать плюхи. Давайте сейчас попробуем. Может, нам повезет. Мы вытащим либо Мэри. Давайте сначала вот эту карту жахнем. Бард. Ну, ожидаемо. Либо Бард, либо Дуэлянт. Так, а теперь мы сейчас с вами конкретненько затарим аккаунт плюхами. Ну, в принципе, ему эти плюхи как таковые с этих сундуков нафиг уже не нужны, потому что у него прокачки хорошие, девятки стоят. Но я думаю, для некоторых... Ну, запашки отсюда неплохо ему будут, сменки, карты, конечно, нафиг не нужны уже на таких аккаунтах. Со-вторых, ну, отсюда для прокачки, в принципе, камешки, но я думаю, здесь у него их тоже более чем достаточно. Ну, и плюс синие кристаллы, ну, слизни. Сейчас мы посмотрим, что у него делается на складе. Интересного. Оу, я и гильдию забыл сейчас. Рекламнем его гильдию, а то я что-то так забежал. Красавчики, вот так вот. Первое, второе места. Русский сервер. Кидайте заявочки, вступайте. Пропуск, БГ, Кик, форты, 12.00. WhatsApp есть.
Такс. Неплохо так плюх накопилось. Интересно, это с этих акций или нет? Ну вот эти сундучки явно здесь сменки даются. Неплохо уже. Плюс кулаки, плюс красные кристаллы тоже нужны для прокачки. В общем, на любом аккаунте такие сундуки надо. Так, тут у нас уже побольше книг даются для смотров. Ну, я думаю, у него смотры прокачаны. Сейчас посмотрим. Чаек стынет. Вот реально, по 200, 300, 400 сундуков и на аккаунте можно свободно играть. Не париться даже. Насчет ресурсов и прокачек. Так, есть. Это самые любимые пятые сундуки. Отсюда, конечно, самые ценные это книги. С пятых сундуков надо дофигища книг для прокачки прорыва. Без книг вы нифига не сделаете. Да, неплохо так по ресурсам. Мечта без доната. Мне бы столько кто-то на сардельку прислал сундуков. Можно было бы всех перекачать. Так, ну и самое интересное отсюда уже. Камни пламени. Желтые, красные, самые ценные. Ну, коробки и сменки, я думаю, многие донаты сейчас даже не юзают. То есть эти сменки чар, это все с сундуков падает, сразу готовое есть и продаются готовые. Да раньше когда-то эти, блин, сундуки нужны были. Сейчас смотришь на это все, это бесполезный и ненужный ресурс. Вот так вот. Так, ну что, ребята, блин. Надеемся. Обушка. Ну, такое. Оккультист. Дайте, блядь, мастера рун. Фобушка. Ну, что есть, то есть. Отсюда такие шансы, что это реально сложно словить что-то. Ну, 195 как кулаков, довольно-таки неплохо. ЗП-шек тоже подтащили. Лямов КГ-шек, нормально. Нормально, нормально. Камешка у него тоже уже дохренище, нафиг все надо. Эти камни судьбы. Ну, сразу видно, когда молодой донатный аккаунт, вот эти вот камни последние, они всегда их очень много появляется. Так, ну сундучков довольно-таки неплохо нахватались, эти камешки. В общем, все, что надо для хорошей игры на аккаунте уже есть. 10 тысяч камней, неплохо. 20-13 сможет по-любому кого-то еще прокачать. Что, у него супер пэты прокачаны? Так, где-то я не туда зашел. Так, супер питомцы не. Странно, а что не качаешь? Очень странно. А, наверное, я знаю, что не качает. Хотя и знаки есть. Странно. А, в общем, вот так вот, ребятушки, фрейку сделали, немножко сделали этого. Открыли сундучки. В общем, все как должно быть по фэншую. Он будет уже дальше открывать эту акцию. Она, как обычно, тупит. Сейчас забежим, попробуем. Оно пишет очень много игроков. Ну, бывает вот так вот, если подождать, заходит. Самые упрямые, думаю, достали отсюда то, что хотели, и без проблем. Ну да, работает, работает. 60 попыток. Смотрим.
Он уже позабирал эти плюхи. К сожалению, конечно, у нас не получилось достать то, что хотелось. Да, странно, что Мэри у него просто нет. Ну, сложно вытащить Мэри и этого, и мастера рун с карт. Это уже проверено не один раз. Это реально сложный вариант. Так, ну давайте попробуем перезайдем. Даст или не даст? Ну, надо пару раз заходить. Что-то последнее время оно тупить начало, либо они что-то... Ну, они вряд ли подшаманили, потому что я пробовал и давало по несколько сундуков, так и дальше. Это надо пару раз заходить. Ну, это еморостока. На каждом аккаунте можно целый день просидеть, пока вытащишь все потраченное. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.